Hey, yo guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игру под названием Dark Souls Remastered. Короче, я посмотрел. Да, здесь есть проход. Давайте, короче, голову лучше поставлю вместо лука. Потому что дальше будет сложно. Берем голову. Конечно, с магией света было бы намного проще. Видите глазки? Это нехорошие глазки. Тихо. Все, парень умничка, он пошел в суицид. Ну, он сам выбрал эту дорогу. Мы его не заставляли. Дальше. Очень страшное место. Во-вторых, очень сложно. Я боюсь сдохнуть. Вот единственное, ребят. Блять. Рискнуть? А, в принципе, у нас другого варианта уже нету. Тихо. Все, нам повезло, ребят, мы справились. Все, отлично. Здесь костер. Ох, все. Мы рискнули, мы смогли. Так, во-первых, я его сделал вожечь. Ладно, обрести опустошение. У нас с вами 42 тысячи, то есть мы можем прокачать себе две способки. Так, вожечь. Да. Если же я сдохну, я еще смог потом вожечь. Новый уровень. Так, давайте теперь качать... Я вот думаю силу, хотя здоровье давайте вкачаем. Так, предмет. Сколько у нас? 18 тысяч, да? Использовать. Окей. Так, предмет. Использовать одну, окей. Так, новый уровень. А, еще нужно одну. Так, предметы. Мне этих душ много, и плюс я могу души этих использовать. Боссов, которых мы убили. Как вариант. Блин, херня в чем? То, что мне придется юзать теперь чисто фонарь постоянно. То, что тьма здесь полнейшая. И огоньки путь только могут мне проложить, это вот так. Я понял, до свидания. То есть вы понимаете, да, опасность всего дела, когда у тебя нету щита.
Приветствую. Похоже, ты вполне в своем уме. Ты что делаешь в катакомбах? Ты клерик? Или это что-то в таком духе? Нет. Нет? Правда? Тогда я спокойно могу рассказать тебе, что я нашел клад внизу. Конечно, это моя находка, но раз уж мы друзья, я с тобой поделюсь. В любом случае, взгляни. Ты аж ослепнешь. На самом деле, ребята, он нас сейчас обманывает. Как бы то ни было. Вот это еще второе место, почему я ненавижу, блять, эту локацию. Из-за темноты кое-что увидишь. А здесь видеть надо. Как вы понимаете. Вау. Вот когда ты не видишь, лучше быть осторожным. Халибарды не дали, зараза. Ой-ой-ой! Ладно, пьем. Она мне в руку прямо попала. Сложновато моя доля. Блять. А, ну смотрите, в принципе. А, нет, мне просто пробили. Вон еще снизу есть костер. Ну, мне нужно лучника уебать. Так, давайте я попробую его сейчас убить таким способом. Так. А, нет. Нет, 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 нет. А какое что у меня? А, у меня много луков, ё-моё. А почему ты не пуляешь? Видите, она еще плюс летит за мной. Плюс не слышно, когда он ее выстреливает. Это знаете, как стрелять в темноту? И она летит прямо в тебя. Ну, хотя бы свои эти стрелы вижу. Блядь. Да ёлки-палки. Он меня бесит. Просто он будет по мне стрелять, а мне нужно пройти дальше.
Пока что я его обманываю, это хорошо. Теперь он меня обманывает. Пипец, по 8 урона. Где-то он здесь. А, там он за костями. Ну, чтобы меня сейчас втихаря не напали. Мне кажется, я вообще не в него стреляю. Я разве в него стреляю? Да что, пули летят кое-откуда другого места. Ладно. Сейчас проверим. Да, блядь. Да, это другой. Я сейчас чисто время только потратил. А мог бы по мне попасть. Ну что, сейчас проверим. Не, все-таки я его по нему попадал. Так, отлично, ладно, тогда. Где мой щит? Мысли. Оп. Тихо. Хилимся. Если кто-то много, тогда лучше. Сюда, сюда, выходи, выходи. Хорошо. Нужно смотреть, кто дышит. Душа отважного. Но мне кажется, если я просто вниз спущусь, это будет опасно для меня уже. Ага. Ну, голема ладно, допустим, я смогу одолеть. Только в него нужно с лука попасть.
Раз, два, три. Просто там две собаки дышат. Вот это вот меня пугает. Единственное. Ну да. Понимаете, просто ее морда не светится. Серьезно? А давайте, знаете, как попробуем? Как мы попробуем? Ну и все равно человечность уже просрал, да? А, просто пробежать. Как вариант. Чисто через всех пробежать. Босса. Хорошо, буду знать. Буду знать. Взяем флягу. Мне интересно быстрое передвижение вот туда, вот вниз. Давайте пробежимся. Хорошо, допустим. Здесь остановился, так? Ага. Ага. Допустим. Так. Ну и по сути все. Ну, по сути, все. Так. Вау. Вау. Так, по ним нужно два удара. Обломок титанита. По ним нужно два удара. А, еще когда они поднимаются, наносят урон. Хорошо. А, я понял. Как нужно было и сказать. Ой, блядь, ладно, ребят, давайте в следующий раз.
Привет. Так, идеально сейчас было бы мне туда пробежать. Тихо. Я не хочу рисковать. Я не знаю, что они могут делать, если на меня прыгнут. Поэтому, ну нафиг. Хотя, можно сбегать за тем, что с них попадало. Думаю, это не помешает мне. Маленькие скелетики детей. Но мне кажется, они проклятие будут давать. Потому что их очень мало. Их очень много. Их очень много. Так, мне бы желательно костер найти где-то. Тут, я понимаю, куда-то проход довольно опасному челику. Кусок белого титанита. Не-не-не-не, ребят. В следующей жизни, извините. Ну что, попробуем? Ну, давайте. Походу, так был Нита, да? Так, обратно я ж могу пройти? Заебись. В одну сторону. Я еще и себе урон нанес. Ой, бляха, муха. Ладно, если что, мы знаем с вами, как что делать. Думаю, тактику против него мы придумаем обязательно. А, зашибись. Да-да-да. Раз, два,
три. Ух ты ж, ё-моё. Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо! Бац! 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 Ох! О, Нита, повелитель могил, как же мне повезло! Аж сердечко хлоп-хлоп. Ключ человечности. Стоять! А вы чё за тебя так мало дали? Не, скелеты, конечно, сильно помешали на самом деле. О! Плюс души все-таки, все. То было забаговалось. Новый уровень. Принять. Добро. Так, давайте теперь переместимся. Да. Храм огнем. Сейчас попробуем поднести уголь. Так, ну это была рели такой довольно стрёмная битва, потому что я на самом деле думал, что я сдохну. Как бы то ни было. Как бы то ни было, я думал, я сдохну. Ну, так сказать, пронесло. Ага, поднести души великой чаши. А типа врата откроются или что? Заперто при помощи устройства. Окей. Так, ребят, где у нас еще были порталы открыты? Аннерлор. Подождите, у нас лав... где лава, да? Так, это склеф великана. Нам нужно как-то попасть в архивы герцога. Так. Бля, как туда попасть? Рейнардата. Ну ладно. Переместиться. Аннерлондом. Да. Пойдем в Аннерлонду, ребят, с вами. Я сбегаю в локацию новую, которая у нас открылась. Посмотрим, что там у нас. Ага, все, это у нас темный Аннерлонд, поэтому все нормально. Так, я сейчас как раз еще плюс там, где мне нужно быть. Вообще шикарно. Вообще шикарно. О, а здесь нету рыцарей. Вообще ништяк. Меньше опасностей. Блин, это щит вообще шедевральный. Это ж у нас начальный, да, щит? Бля. А темно. Привет. Чё как? Кабанчик. У него слабое место в жопе. О, ты ж ё-моё. На это я не рассчитывал.
Так а как мне ему в сраку прописать? Блять. Не убил. Не сдох от босса, сдох, но от парнокопытного. Нужно было все-таки к богине слетать. Раздать и этот. Я застрял. А где проход для пердака? Ладно. Ладно, окей. И так сойдет. О, кабаний шлем. Найс. Так, я думаю, ну уже можно лук поставить. Тебя убираем. Так, 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 шлем. Главное, так, голова клыкастого кабана полностью покрыта броней. Убивший его, взявший голову в качестве доказательства победы. В свое время боги так поступили также с головой древнего дракона. А как ни странно, может обеспечить приличную защиту. Ну, она весит очень много. И защита уж не такая хорошая. Да, место темновато. Ух ты ж, блядь. Ух ты ж, блядь. Бац, 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 не ударишь. Так, минус два кабана. Да, походу это место. Так, отдохнуть. Давайте, я думаю, тогда на этом закончим, да. Так, сколько, подождите, у меня этих, человечности. Девятнадцать. Давайте я, короче, использую две. Мы вожжем, если что, костер. И внешний вид вожжем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.